Итак, друзья, сегодня недоброе утро в Геленджике, ливень сильнейший и смерч появился. Это, конечно, очень печально и зрелищно, самое главное, чтобы он не выходил на сушу, потому что если выйдет, могут быть разрушения. Увидите, что очень большая воронка крутится, втягивает в себя огромные массы воды. Главное, чтобы не было такого повторения, как в Сочи, чтобы город также не ушел под воду, не посмывало машины, не погибли люди. Это очень важно. У нас вот уже до Анапы сегодня дошли отголоски сочинских штормов, принесло ветки и мусор, который там посмывало в море. Сейчас вот смотришь на эти кадры и думаешь, господи, хоть бы все было хорошо, только, пожалуйста, не надо нам этого всего. У нас сегодня по прогнозу как раз таки были грозы и ливни, но походу вот все это снесло туда, над Геленджик, потому что над Анапой до сих пор светит солнце, и дай бог, чтобы у нас такая погода и оставалась. Можете посмотреть, что смерч потихонечку начинает рассеиваться уже, то есть теряет свою мощь и силу. Это на самом деле очень важно, потому что вот прямо на глазах воронка уходит. Они бывают очень часто у нас над морским побережьем, особенно в горных районах, где теплый воздух встречается с холодным, и происходят как раз таки вот такие вот воздушные завихрения. Также вот видно, что очень много кораблей стоят на рейде, а сейчас мы уже видим именно окончание смерча, что он потихонечку рассеивается и уходит в небытие. Вот такие дела, дорогие друзья. Вроде бы без жертв разрушений и ливень уже закончился. Всем хорошего настроения и позитива. Солнечных дней вам, друзья мои.